Здорово, пизда у коровы. Очередной обзорчик на другой поезд, самый быстрый поезд в игре. Поеду по той же трассе по причине того, что... Вернее, я не знаю, как на ней будет, но дело в том, что для этого поезда это китайский поезд, и здесь есть специально одна китайская трасса. Но есть там одна маленькая проблема. Я не знаю, есть ли она здесь, но там она есть, и поэтому та трасса, она в принципе не особо живописная, она не подходит. А именно, что если там ограничение какой-то скорости, и ты это ограничение скорости превышаешь, то он автоматически тормозит до нуля при любом раскладе. И то есть там, к примеру, 320 ограничений, ну вроде как бы неплохо, да, 320 км в час, но этот поезд-то может быстрее ехать, я на нем где-то 360 жарил. Не знаю, получится сейчас так столько разогнаться, нет, но посмотрим. Вот, но когда ты разгоняешь 325 хотя бы, он начинает тормозить до нуля. И именно на той трассе. Возможно, есть предположение, что на этой трассе, может быть, не будет. Если будет, то просто мне неохота все трассы перепробовать. Хуёво, если так. Поэтому давайте прокатимся на этой. Вот, ну, в общем, китайский это поезд. Ну, как он китайский? Его, по-моему, на самом деле-то немцы сделали для китайцев. Вот, где-то у него 380-400 максималка. То есть вот тут, вот, видите, 400 разбито, ну 350 как бы типа. Ну я, по-моему, на нем 360 хуярил. И потом просто слетел, он еще разгонялся, но там уже поворот такой был. Ладно, что, от слов к делу похуярили, да? Так, вот мы видим такая кабина. Два полигона. Кстати, сейчас разрешение 2560. Просто здесь игру надо перезапускать, для того, чтобы вступило в силу разрешение. Она у меня что-то любит вылетать, поэтому... то же самое, хуйня, пиздец, тормозит. Вот ебаный поезд, может быть, здесь есть какая-то кнопочка, я вот пытался это, искал. Здесь вот кнопочки, да, не отсюда, а вот именно на панельке. Что-то не нашел, но они здесь не все интерактивные, они только некоторые интерактивные. Хуйня, это значит защита у него такая, да? Говно. Где же я-то разгонялся, не помню. А, это или я это, может, на TGV разгонялся. По-моему, на этом или на этом. Потому что здесь больше 320 вряд ли можно хуярить. Сквозь знак едет. Ёбаный звук. Сейчас пока что не тормозит, но, видимо, тут надо превысить какую-то. Вот как бы снять здесь. Может, есть кнопка, где можно снять, чтобы он не пищал. Такой поезд, я считаю, не особо красивый, по крайней мере, в игре. В реале он, может, получше. Очень большой скос у него. Ну, какой-то, блядь, кругленький, вот мне не очень нравится. Сапсан тоже кругленький, но Сапсан, кстати, более-менее нравится мне по дизайну. А это что-то как-то не особо. Все, видите, глючит, блядь, он мигает. Ну вот и все, тут, по-моему, больше 95, ну может 100, может 120 можно будет ехать. Но это миль, это не километров, миль, но все равно, бля, немного. То есть, вот, видите, вот 120 сейчас еду где-то. Так, 97. Все. Он сам отключается. О, вот он. Тут, мне кажется, ограничитель. Он офф, а как выключить?
Да, видите? Видите, написано он. Вот эту хуйню мы как бы... Вов бы ёбнуть. О! Во! Охуенно! Вон, видите, он оказывается вон он как. Оф, ну-ка! Аху, блядь, ебать, я гений. Ну-ка, вот мне кажется, должно. Ну не факт, но мне кажется, это именно оно, блядь. Охуеть, вот бы никогда не догадался. Видите, спит монитор. Вот это он, наверное, и есть, блядь. Во, охуеть, если это он, блядь. Ща посмотрим. Так, 50 миль. Хуйня. Так, можно вот из окна. Абсолютно тихо, кстати, в этом. Не то, чтобы абсолютно, но тихо очень. Здесь можно менять. Position sit-down. Down. 120 в час. Ебашу в кашу. Так, у нас сначала вот участок 100 миль в час можно, разрешенное, но... Нас 100 миль в час не интересует, нас интересует 360 в час хотя бы. Сейчас, вот скоро уже. Час X. Что-то медленно разгоняется. Что-то пиздец. А, я круиз, наверное, установил. Да, видите, батя разбирается в поездах. Тут круиз. Ты скорость устанавливаешь. И выше не хуярит. Вот ща, вот смотри, 90, вот ща посмотрим, что будет. Остановится, не остановится. Если нет, то будем лететь нахуй. Ну-ка. Сука, все равно пищит. Ну, может, не будет останавливаться. Пусть пищит, пищит, пускай. Да, пока что не останавливается. Но вот как вот пищать, я не знаю. Я попытался все тыкать. Не узнал как. Кто знает, напишите. Я все пытался как бы. А, вон 125 миль сейчас в час можно будет так. Хуярю 220. Двести пятьдесят в час. Нормально, нормально. Так вот это выглядит сзади. Но это скоростная трасса, это по любасу. Я уже замечал это. Нормально, да, столбы? Посмотрите на столбы, как они ебашут. Нормально, да, ебашит.
сколько там. Сука, блядь, пизда, нахуй, кораблекрушение, блядь, хотел посмотреть. Но я думаю, 300 с лишним он ебашил. Ладно, чуваки, показал вам, и хуй с ним. Не буду заново, потому что он все равно ебнется. Все-таки трасса, она не особо предназначена. Ну ладно, и раз теперь я знаю, можно, в принципе, знать, как сделать. Я теперь раз знаю, то вот она, это китайская трасса. Сейчас отключу-то эту хуйню. Но он долго, конечно, будет разгоняться. Но это скоростная трасса, там что точно можно ебашь. Там официально 320 нахуй. Там, видите, поворот был на этой предыдущей трассе, поэтому в повороте ебнулся. Ну, где-то 320 шел. На 300 он 100 пудов шел. Я вот как раз хотел посмотреть скорость. Так, поехали. Так, вот. Он off. Все. И похуярили. Значит, он будет лететь. Мам, не горю. Здесь FPS 28, блядь, даже без OBS. Но OBS особо не снижает. Сейчас вот 20 FPS. Но она, видимо, такая мощная карта в плане, видимо, много тут деталей. Так особо нихуя не видно, да? Деревьев вот много. Так не особо. Деревья там 2D-шные, походу, блядь. Но она тормозит пиздец. Короче, по сути, это самый быстрый поезд в игре. Здесь нет пока что поездов, которые 500 едут. Шанкинсен японских. Хотя TGV французский, вот он 580, по-моему, хуярил. Обычный, наверное. Ну, просто его как бы, просто одно дело с пассажирами его пустить, а другое дело просто экспериментально. Экспериментально можно большую скорость развить. То есть, так, экспериментаторы умрут, если крушение. А вот если реальный поезд пустить с людьми, там такая скорость, там 300 ты в час, это пиздец скорость, нахуй. Ну вот, 180. Но пока что медленно. В горочку, походу, еду. Видите, вверх как-то. Значит, медленно пока что 180. Так, мазбака. Такая типа китайская трасса. Так, что у нас там? 250 в час ебошу. Нормально, нормально. Видите, она прямая, как глиста. О, сейчас, наверное, спуск, видите, там подъемчик. Подъемчик. Так, сколько там? 280. Можно из окна посмотреть. Как это выглядит. Так, как это выглядит. Тормозит, блядь. Особых видов нету. 300. 300 ебошу. Что-то не особо, да, быстро. Хуйня. Ну, она сейчас тормозит, блядь. Так, сколько там? 314 ебошу. Ну, это хуйня. Оно медленно тут уже разгоняется, блядь. В час по чайной ложке. Так, 325. Ну, вот, видите, 350. 330 нахуй. Батя ставит рекорды. Не особо, да, быстро, нихуя. 344. Ну, потому что еще не плавно, блять, конечно, потормаживает она тут.
350. 353, 4. 356. 360. Медленно, да? Хуйня. Но если стоять на месте, он все-таки быстро, наверное, летит. Ну, в смысле, со стороны, если смотреть, идет человек, и он смотрит. 374. Текстурки уже не успевают погружаться, блядь. 378. 379, 380. 380 час, как Bugatti Veyron практически. 381. 82. 83. 85. 86. 88. Это уже больше 100 метров в секунду он летит. То есть раз и уже 100 метров. 391. 392. 393. Ну что, 400 выбит. Так вот назад, если смотреть. Ой, 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 ой. 395. 96. 97. 98. 99. 400. На нахуй, 400 и может. Чё, быстрее будет? Не будет. Не будет. 401. 4. Блять, ай-яй-яй, что-то я не то нажал. Ой, о, как улетел. Кстати, вон еще один едет. Что он вообще медленно стоит, как будто. Ну вот так вот, бля, чуваки, вот так вот. Самый быстрый поезд в игре 401. Ну, 400 в час, ебанул. Нормас, ёпты. Ебошит. Так, он 7 километров. Давайте доедем, сейчас будет кораблекрушение, наверное. Потому что там, наверное, как ограничение будет. Нормально вален, да? Достойно. Да, тут деревьев на карте очень много. Вон и сзади, и тут. Поэтому так тормозит, хоть это даже 2D спрайт, походу. Так, сколько там? 2 километра.
Сейчас тут ограничения, наверное, будет. А может, и не будет. Сейчас пронесемся, смотрите. Эй, бабах. Да, там вон 45 ограничения. Стрелочка была. Краш. Эх. Ну все, чуваки, покидова.